Друзья, всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь, с вами Нина и Вова, смотрите, у нас сегодня красота, у нас сегодня шашлык, машлык, продолжение. Да, продолжение банкет, смотрите какой, кабачки, баклажаны, шашлык, гарибочки, салат и прочее, смотрите. Все, приятного аппетита, Вовка, у меня сразу упер нож, нехороший человек. Так, смотрите, еще салатик у нас. Аджичка, хлебушек, свеженький. Наконец-то мы купили хлеб. В общем, приятного нам аппетита. Нам и вам. Вот у нас все свое. У нас еще там шашлык остался. Так что мы вас помучим еще пару дней. Шашлычком. Не под коньячок. Допиваем сосусол. Кстати, надо купить воды. Эх, не купили сейчас. Ну ладно. В следующий раз. Так. Кончик не стал брать. Белье. Слабо. Ну так вот, не желаю слабо расстанься, да. У них акция, так сказать. Смотри, у мяса классно. Обалденно. Так, бери аджичку-то. Владимир. Сота. Идите один раз наготовили мясо. Две семьи сытые. Ну, кабалетку сами. Не могу. Грибочки такие. Мне прям безумно понравилось. Марыща ядерные. И кусают, потом чешутся долго. Вообще. Пока не обработаешь спиртовым чем-то. Пока нафиг это. Руку в кровь не сотрешь. Чтобы не чесалось, нужно это спирт с держащим чем-то. Это протереть. Кабачок. 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 Слышь, так здорово. Мы с парей брали вот эти кабачки. Они там, походу, вообще их не солят. Не солят, не перчат, просто так кидают и все. Я посолила, поперчила. Лепота. Вкуснейшие ем. Баклажанчик тоже. В общем, мне понравилось на шашлыках. Надо периодически ездить. Будем ездить. Даже просто, знаете, не обязательно там прям сидеть там, напиваться и прочее. Просто поехал, пожарил, все, и поехал дальше. По-быстренькому. Чтобы не рассиживаться там целый день. Побыли. Ну да. Чисто подготовил. Ну что? Ну что, завтра к Ивану поедем. А то он уже обижается. Он говорит, что за дела? Я вам предлагаю. А вы как, что, сразу в сервис? Ничего не знаю, давайте к нам. Аймбер. Пойдем завтра. Ну что вот. Шашлындос. Шашлычок. И очень вкусно. Это, блин, вкусно. Знаете, при всем уважении к Макдональдсу, нынешнему вкусной точке, шашлычок вкуснее намного. Как-то на добрую-то не похоже было. Почему? Ну, там не похоже или тут? Добрую. Там со льдом, уже до этого. Здесь тоже охлажденная. Да не такой же. Просто давай поменьше этих сладких напитков. Все, увидел, что там сахара почти нет, и все накинулся. Харе. Видите, какой нехороший человек. Блин, не могу, ну что, прям кровь. Я тебе говорю, Маша или йодом, или чем. Ни у тебя не будет чесаться она. Вон, давай. Замаю ногти. Смотри, какой цвет красивый. Давай. Обалденно. Кока-колу. Цвет кока-колы.
Шашлындос, шашлындос. Зато останем подарок Гаи. Шея, конечно, вкусная. Но вот, который нам подсунули, окорок, глаз да глаз. А вот эта вырезка. Прям белое мясо такое. Внутри даже не было классно, а? Сука. Все же там. А шашлычок под коньячок вкусно очень. Самый лучший столочка. Продолжение банкета. Сейчас мы сегодня везде и там сходили. А, так а что это я? Куртку обмываем. Кроссы обмываем. Ты что? Ногти. До хрена сегодня поводу, Вова. Еще три дня будем пить. Алкаш. Всем доволен. Я без алкоголя. Поводов куча. Все обмываем. Он говорит, вот вчера колеса облили, все, машина сразу вышла из строя. Я говорю, все, видите, алкоголь как пагубно влияет. Даже машину испортит. Вот так вот. Потому что, как говорится, алкоголь вред. Это яд. Ням-ням. Давай, чтоб куртка носилась. Кстати, сейчас померила. Такая красивая. Ой. Все, мне прям понравилось. Наконец-то я нашла свою хорошую куртку. Вот, ветровочку. Вот. Чтоб кроссовки бегались. Чтоб ногти не облазили, девочки. Да и вообще за нашу зайку. Ай, давай с вами. Чин-чин. Как хорошо, ничего готовить не надо. Аж загрел. И все. Это хлебушка. Ой, хлеб такой вкусный. Мягонький. Вкусненький. Ты мне это оставь. Немножко. Я оставлю. У меня тут и шашлык, и грибы. Говорю, раз, раз, и все сажал. Да. Ты я, моя. Все сажала. Угу. Сегодня, кстати, зашла в спар. Зашли, посмотрели. У них пропал шашлык из шеи, ты писаешь? Все. Вообще, все. Слушай, просто не продают. Ну и сегодня был какой-то шашлык. Перцы элитные на гриле. 129 рублей за 100 грамм. Перцы элитные. С каких пор они стали элитные? Я не понимаю, что за перцы такие элитные?
Как они выглядят там? Элитные. Обалдеть. Я же тебе говорю, главное красиво назвать. И непонятно. Чем больше всяких названий, тем можно и подороже поставить. Это да. Все, чувствуется. Где шея, где этот карбонат. Или как там, что нам, подсунет. Все. Вот в следующий раз придем на рынке, я вот ее прям найду. И выскажу все. Угу. Иди быстрее. Обмочится. А в следующий раз буду глядеть. За каждым куском. Он сухой, видишь? Ничего не сухой. Нет, ем нормально. У тебя зуб вставные, у меня свои. Вот сухня. И чё? Мне свой жалко. Конечно. А твои можно ещё раз ставить. Вкусняшечка. Венисиус. Там пораньше, да? Опять пораньше, господи. Когда мне выспаться-то получится? Кусь идет. Ну что? Одни, вторые, третьи. Туда надо сесть, туда надо сесть. Скоро еще встречу поеду. Вся дела, вся забота. Ну, короче, вот мы живем-то. Нифига. Сюда, туда. Здесь поговорить, там поговорить. Куча делов. Чай нагрей. Ну хорошо. Больше набрать. Возьми его, заблокирую и не будешь брать. Дофига написано. Странно, да? Странные понятия у этой девушки. Вот сегодня вроде, знаете, на машине туда-сюда, но по одному торговому центру находишься, по другому торговому центру круги вот эти наворачивают. С парковки сегодня тык-тык-тык-тык. Потом до спара тык-тык-тык-тык. Прилично так находили. А раньше, знаете, дел-то не было особо. Чё? Что-то здесь, там, сям. На такси. А сейчас как-то больше даже движения. Хотя вроде парадокс, да? Машина, а движение стало больше. Ну так вот.
Тоже банально с парковками. Туда-сюда, побегай. Наш шашлычок под коньячок вкусный. Все, сегодня у меня это переизбыток счастья в организме и калорий. Целый день сегодня. Идем. Скоро, блин, курка не сойдется, новая. Надо было, наверное, оставить чеки. А тут через неделю сказал, ой, извините, я могу эту куртку вернуть. Она мне не подошла. По размеру. Когда мерила, подходила. Вся неделя не подошла. Mm-hmm. Шашлычка. Вкусно. Шампиньончики. Блин, шампиньон вообще огонь получился. А я же не знала, что они такие вкусные. Мы когда заказывали, поскольку они там по 170, что ли, рублей за килограмм. А, за 100 грамм. За 100 грамм. А 100 грамм, да. Да, 300 грамм брали. Ну, они уже готовые, конечно, там у них меньше вес. Тогда... Потом мы нашли такой же рецепт просто. Да. Как делать. И решили попробовать. Майонез, чеснок, все. Соль, перец. Лимонный сок. Их. Да, лимонный сок немножко. Шляпки протыкать вилкой. Угу. Все. Не очень сильно. Угу. Я их тыкал где-то. Вот. На пол вилка? Не, меньше. На, блин, треть, наверное. На пол вилочки? Да. На пол вилочки? Нормально. Вовка на пол вилочки. Нинка на пол пилочки. У меня же тоже, знаешь, на пол пилочки было. Подъем защитный. А шашлычок под коньячок. Вкуснота. Салат особенно. Хотела завтра варить щи, а времени нету. А вот с машиной будем возюкаться. Туда. Так что облом. 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 Надо, да. Туда. Раз немножко. Что-то я уже так объела шашлыка. Ой, меня уже не лезет. Овощи надо есть. Ой. Кабачки же тоже овощи. Ой, грибы. Их после мяса едят. Овощи. Кабачки, кстати, вообще тоже прикольные. Они еще такие, знаешь, с хрустинкой такой небольшой. Альденте. Прикольно. При этом мягкие. А вот баклажаны, конечно, прям совсем прям такие. Они такие, как резиновые. Они, кстати, не горькие. Да, я тебе говорю. Ты прям замариновать, в смысле, замочить, нормально получилось. Да, родитель говорит, тогда жарили на 9 мая, говорит. Угу. Они горькие были. Я говорю, соль, перец и горчица. Так я считаю, замариновал их с утра. Они ехали, как раз вот и все ушло. Там водичка, видел? Внизу-то была, сошла. Ну, это от кабачков и это. Yeah. Горечь просто вышла вся. Ну да. Под воздействием соли. Легко и просто.
ловкость рук и никакого мастерства. Поэтому обязательно нас подписываемся, ставим лайк, пишем добрый комментарий. Все добрые комментарии читаю, недобрые не читаю. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.